вот он такой, ну все, ребят, 20 секунд отдыха, давайте отжимаемся. Да, это, конечно, 1,5 часа тренировка еще. Всего? Ну, 1,5 часа. А, 1,5, послышалось 30 минут. Я думала, всего, я думаю, ничего себе, ты Халк. Да, что, я по 4 часа треню обычно каждый день. Да, когда мы на танцы ходили, у нас было по 3 часа. Что, куда заходили? На танцы? Да. Ну, это жестко. Мы там с классикой. Чем? С классикой. Растяжка. Ну, растяжка это, да. Там просто интенсива, понимаешь? Это интенсивная тренировка. Это не просто, когда ты там растянулся, потянулся, что-то поприседал. Это прям интенсивно. Ты постоянно бежишь, что-то бьешь, что-то там скачешь. Я вообще, у меня просто град. У меня, я была в спортивной кофте, в леггинсах, и у меня было все мокрое. Все. Ну, вообще, просто насквозь. И... да, и когда мы в планке в конце стояли, я просто стою, у меня вода капает, понимаешь, с лица. Вообще очень много воды. Пот. Лишняя вода вышла. Да. Ну, я это даже сегодня... Я вчера такая была не очень живая. Думала сегодня... Ну, обычно же через день хуже. Ну, вот не знаю, как у тебя. У меня, ну, как бы первый день после тренировки, ну, как бы тяжеловато, а второй день вообще умираю. То, что прям все доходит. Но я вроде еще живая немножко сегодня. Я еще такая ненормальная сегодня... Записалась к тренеру на этот, на персоналку. Мне удары надо ставить, ну, чтобы техничные были. Тут так неправильно бить тоже. К остеопату тоже записалась. Я, короче, говорю, я вроде, я просто решила все наладить у себя по жизни. И я-то думала, это, знаешь, по времени как-то будет. Ну, вот сейчас... Ну, это начну делать на следующей неделе, это. Ну, как-то так распределиться, и так получилось, что все в одно время. Угу. И, ну вот, еще Лёня же не выпускает, тебе рассказывала. Он, короче, нашел там выход. У них есть такая фигня, как ночной патруль, который, они же военно обязанные, они выходят в город и, типа, патрулируют город. И вот он... Вот выйдет сегодня в город. Ну, они, получается, как делать? Если какие-то происшествия есть, то они выдвигаются сразу. Ну, там в 10-минутной готовности должны быть. Mm-hmm. И вот я поеду туда, к нему. Это за щенячий патруль. Ой, господи, смешно, как реально щенячий патруль. К вам бежит на помощь щенячий патруль. Тяу-тяу-тяу-тяу.